видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 1. Какие из чисел 75, 71, 70, 65, 9, 0 являются решениями неравенства 75 минус х больше 4? Докажи. 75. Отнять 75 получится 0. 0 больше 4. Данное число не удовлетворяет нашему неравенству, поэтому мы обвели его в красную рамку. 75 минус 71 получится 4. 4 больше 4. Неверно. 4 равно 4, а не больше 4. Мы также данное неравенство обвели в рамку. То есть число 71 данному неравенству не удовлетворяет. 75 отнять 70. Получится 5. 5 больше 4. Все верно. Следовательно, число 70 является решением неравенства. Проверим число 65. От 75 отнимем 65. Получим 10. 10 больше 4. Следовательно, число 65 является решением данного неравенства. Проверим число 9. 75 отнять 9 получится 66. 66 больше 4, следовательно, данное число является решением данного неравенства. Проверим число 9. Число 0. 75 минус 0 получится 75. 75 больше 4. Следовательно, оно является решением данного неравенства. Делаем вывод. Из чисел 75, 71, 70, 65, 9 и 0 являются решениями неравенства числа 70, 65, 9 и 0. Они являются числа 75 и 71. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.